Ну что ж, всем привет, дамы и господа, с вами Джинс. Я решил убрать счетчик смертей, потому что, ну, как профессионал, я перестал умирать, понимаете, с первой попытки, прожил уже 8 дней. Надеюсь, мы сегодня не сдохнем. Так, ребята, ну, сорян. Сорян. Сука. Да ты что, троллишь меня? Я не понимаю. Стой, заяц. Ну я не могу по тебе не попасть, это смешно просто. Где ты? Остановись. Да он бы уже ногой мог его пнуть, конечно, без негатива и жестокости, разумеется. Куда он пропал, блядь? Ёбаные волки. Ну мне нужен этот заяц. Вот ты, сука. Да как? Заяц. У тебя это самое, совесть-то есть? Да ну как? Клятый заяц. Я сейчас с пистолета начну в тебя стрелять. Такое чувство, что это заяц охотится на меня, а не я на зайца. Кролик-каннибал защищает кроликов. Сука, заяц умнее всех в этой жизни, блядь. Вот типичный пример малолетнего. Сука, как же он меня бесит. Какой же он шустрый. Стримит. Ой, при чем здесь я? Я пытаюсь попасть. Ура, блядь. Прости, брат. Это жизнь. Ну и желательно, конечно... Ой-ой, блядь, два Сашки здесь обитают. Прости, брат. Я понимаю, это жестко, но... Отойди нахуй. Отойди, сука. У меня риск растяжения. Я больной, блядь. У меня пистолет. Отойди, сука. Отойди. Отойди. Я ёбаный псих, лучше не рискуй, волк. У меня два патрона. И я их потрачу на тебя, сука. Только подойди, блядь. В игре, если умираешь, то и так сохранение удаляется автоматически. Да? В смысле, если я умру, я не смогу загрузиться? Я не знал, кстати, об этом. То есть мой челлендж, он типа не имеет смысла, они и так удаляются. Серьезно? Правда? Еще в названии написал без сохранений, как крутой какой-то. Ты должен быть выше моего пальца. Остановись. 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 Сука. Ну как можно было промазать? Ну, сука. Драйвер, блядь, Сан-Франциско. Зайчик. Стой, стой, стой. Стой. Прости, брат. Так, здесь у нас стримерская. Да, в микроволновке было бы неплохо согреться, действительно. Так, воду из толчка мы пока не будем пить. Говорят, в толчке вода питьевая, блядь. Я бы закинулся, если чё. Да, реально питьевая водичка, ничего себе. Вырубил свет, чтобы никто не видел, как из толчка пьет. Ну дай чё. Шерстяные носки. Почисти ствол капа. Сейчас почищу. Чистое ружье это важно, друзья. Если у вас есть возможность, всегда обязательно очистите свое ружье, конечно. Смотрите на эту чашку внимательно. А? Ебать, я даже не знал, что такая же в игре есть. Кайф. Какой полубилок. Если у тебя такая же кружка, значит ли это, что у тебя есть глисты? Проверь. Опа, здесь ребенок сидит, прикиньте. Покчамп. Ладно, это Мишка, я вас наебал. А вы подумали, что ребенок реально? Лол. Как ты стреляешь? Я не понимаю, вы рофлите или нет? Типа, вы серьезно? Я просто навожусь и стреляю. У кого-то не получается стрелять или что? Расскажу за донат, как я стреляю, если честно. Я правильно понимаю, что я уже выжил 14 дней? Я правильно это понимаю? Я еще ни разу, по-моему, не нашел ничего в багажнике. Нихуя себе, 3 литра канюстра. Канюстра, сука. Это типа постапокалипсис? Это, ну, прохладнокалипсис скорее. Ну, то есть в холоде выживаешь. Блин, от этого звука ссать хочется. Игра хочет быть жестоким. Ну, если бы я попал бы в ситуацию главного героя, я бы тоже бы охотился на зайцев, как бы. Ну, а что делать-то? Ты бы умер бы в первые 2 дня. У меня довольно большой жировой прослой. Мне было бы не холодно. Я бы в трусах бы вышел, блядь. Пошел бы гулять.
Ты мне додумался сделать броню из шкуры. Я бы приехал бы в своей броне, блядь. Обрезанные быстрее мерзнут. Хороший вопрос, кстати. По тебе не скажешь, что ты жирный. Ну, приятный ты парень, конечно. Приходи на чаще, на стримы, в гостях у Лёлика. Ты знаешь, как вот сделать приятно. Только поздравляю всех, у кого школьные каникулы начались. Поздравляю, друзья, всех, у кого начались школьные каникулы. Ставьте лайки, иначе каникулы закончатся. Я могу сам себе записку написать. Написал записку. Записать. Готово. О, ребята, плюс РП реально. Уф. День первый. Холодно, чё-то. Ладно, все. Забейте, пожалуйста. Давайте мы опустим эту ситуацию и никогда не будем к ней возвращаться. Я бегаю, за меня говорят стволы, сука. Так, а зачем я бегу? Я что, охуел? Для грани доступа Бандерлорда вчера выпустили. Люди уже активно стримят. Чекай. Да? Так, ладно, по классике сейчас, я думаю, Тимофеевки наебашимся, да, собственно? Все, друзья, спасибо большое всем за платные подписки, за донаты, ну и за лайки, конечно же. Куда же без этого? Пока и удачи вам, всего хорошего.